На Урале бывают часто, а вот на ВСМПО, куда музыкантов пригласили на экскурсию, очутились впервые. Трое солистов из большого музыкального коллектива численностью 120 человек рассказали о своих гастролях, в том числе и зарубежных, ближайших планах выступлений. И, конечно, с интересом совершили путешествие в историю ВСМПО. Экспозиция в музее произвела на артистов большое впечатление. Теперь мы будем знать, что в каждом самолете, который поднимается в небо, есть титановые детали в СМПО, резюмировали гости. Если б знали вы, как мне дороги солдинские вечера. Алина Славинская, Александр Соколов и Ирина Крылова в сопровождении Сергея Леднова, директора по развитию бизнеса корпорации ВСМПО «Ависма», прошли по основным цехам, ознакомились с циклом производства и, конечно, не могли не поздравить солдинцев с наступающим праздником – Днем города. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит. Дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем вам всем счастья и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья.